показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Groupama Arena. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2.
Дюбуа. Мемфис Депай. А вот и атака лионцев. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. И показывает Группама Арена. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Группама Арена. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. Дюбуа. Мемфис Депай. А вот и атака лионцев. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Ил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Группама Арена. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Показывает Группама Арена. Большой футбол нас ждет сегодня здесь. Будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется не сладко. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2.